Представляем вашему вниманию деревянный хэппи-дом для кукол. Коттедж с пристройкой и мебелью упакован в компактную коробку. Внутри расположены инструкция по сборке и листы с деталями. Конструктор выполнен из экологически чистого материала, качественной плотной березовой фанеры. Поверхность гладко отшлифована специально для самых нежных детских рук. При сборке конструктора не понадобится клей. Все детали изготовлены способом лазерной резки и точно подогнаны под размер. Легко вынимаются из формы. Конструктор рекомендован детям не менее 5 лет из-за множества мелких деталей и рекомендуется собирать его в присутствии взрослых. Построить такой домик довольно легко, так как конструкция интуитивно понятна. Все составляющие конструктора удобно расположены на листах, поэтому нетрудно будет найти нужный элемент. На деталях для стен домика есть нумерация этажей, что тоже значительно упростит сборку. Коттедж оснащен всей необходимой мебелью, которая также собирается без клея и точно приведет в восторг вашего ребенка, потому что проработано очень детально. В ванной комнате есть все необходимое – санузел и шкафчик с раковиной и зеркалом. Кухня оборудована холодильником, шкафчиком для посуды и плитой с духовкой. На втором этаже есть две комнаты для отдыха с кроваткой, туалетным столиком, комодом и шкафом для вещей. Третий этаж – детская комната. Здесь расположена двухъярусная кровать с лесенкой, письменный стол со стульчиком и даже детские качельки – деревянный конь. Пристройка двухэтажная. Нижний этаж может служить продолжением кухни. Здесь стоит обеденный стол со стульчиками и есть шкафчик с мойкой. Открытая площадка пристройки может служить прекрасным местом для чаепития на свежем воздухе. Всю мебель можно, конечно же, переставить на свой вкус. Вся она функциональна, в шкафчике можно сложить все необходимое. Сам домик и мебель можно раскрасить акриловыми красками или же покрыть лаком. Коттедж имеет оптимальный размер, легко разбирается при надобности. Оптимальный рост жильцов такого дома не выше 13 сантиметров. При покупке такого домика вы можете выбрать подходящий для своего бюджета вариант. Основная сборка, показанная нами выше, домик с пристройкой и мебелью. Вариант без пристройки с мебелью. Вариант с пристройкой без мебели. И вариант без пристройки и без мебели. Также вы можете отдельно приобрести пристройку, все наборы мебели и даже отдельный декор для окон и комнат. Такой домик станет прекрасной игрушкой и хорошо дополнит интерьер детской комнаты. А самое главное, безусловно, порадует вашего ребенка.